Слушай, Наташа, Саша, она прям напиталась и водичкой пустая стала. Я тебе сказал, что не выдержу, а я сказал, выдержу. Я тебе говорю, это будет весело. Из того, что нам нужно... Не надо, нет, стоп. Надо сначала ввести в курс дела, подожди. Ну подожди, ну пусть он лизнет. Ну, чуть-чуть чувствую, но я не так... Это ты только лизнул. Привет! Наш друг. Кто это? Он любит пожрать так же, как и мы. А как я здесь оказался? На этом мы сошлись. А по совместительству он крестный Алине. И он принес нам вот это. Эй, булдак! Булдак! Лапша острая! Птичка делает огнем! Саша, покажи, как птичка делает. О, у него лучше все получается. Это острый лапша. Он говорит, это очень-очень-очень hot. Во рту будет... У нас видео идет еще? Ну, наверное, оно идет квадратиком. Я не вижу секунд. Вот, смотри, подожди. Да, блин, у меня уже вот рот... Это, вот так. Сразу проговорю, мою порцию приготовили самую первую. И соус уже в ней настоялся, и он стал очень наваристый, в отличие от этих двух. А еще, вы не видите, но мы все без штанов. Ну что, давайте напить кокто первый. Я лизну палочки, ничего не было. Лизни мои палочки, пожалуйста. Я тебе лизну все, что ты мне скажешь. Что, палочки лизнула? Классно, да? Раз, два, три. Ты издеваешься? В смысле? Поехали. Мы, кстати, вот ни капли не обсудили, что будет с тем, кто не доест. А давайте, пожалуйста, вопросы не допустим. Так, Илья, это нечестно. Какая нечестная. Думаешь, из-за этого? Да. Да? Давай. А давай лапшой поменяемся. Ой, кажется, пошло. Я бы сказал, что, конечно, как прошлая лапша. А что это же сладенько? Да. Слушай, мама ничего такая, да? Ну да. Сладенькая, да? Угу. Вы издеваетесь, что ли? Мне сейчас нравится, мне уже нравится. Да, мне уже не так сижу. Мне кажется... Он был явно острее. Я вляпался в это! Глаза не трогай, глаза. По-моему, у меня выросло давление. Голова кружится? Меня долбит в голову сейчас. Давайте вы мою попробуете. Не, серьезно, моя первая была. Считайте, моя на 10 минут была позже, чем его лапша. Попробуй, попробуй, что ты сидишь? Давай, ты принес это, ты ешь. Пожалуй, пусть стоит, настоится. В смысле, даже так? Это Наташа тебе говорит. Она очень сейчас, стойкая. У меня сейчас реально голова болит. Я боюсь. Ешь быстрее. Ешь, давай. Не тренди. А что ты сбросил? Доедай, блин. Или это постанова опять? Как обычно мы. Они играют на камеру, как обычно. Но она несколько острее, конечно, чем моя. Ну не прям что. Не, подожди, подожди. Я вообще ладно, это не помада классная. Я покупала. В ритуале. Делаем ставки, повышаем уровень. Это? Она думает, что стоит. Корейская перцовая паста. Добавляем, повышаем ставки. Под конец мы еще добавляем по ложке. Я первый раз воду хлебнул. А вы уже слабаки. Блин, жесть. Молока. Задумалась моя.
Дайте мне вилку, я уже... Я, у меня координации ноль. А куда палки? Сюда. Я, по-моему, в глаз попал! Поблагодарим господина Александра. Немножечко да, нарушается. Я с вами. Ты планируешь это быстрее всех доесть? Да. Наташа уже доела. Ой. Ладно. Я первый! Я первый. Я первый, я лук и поел. Пей молоко. Пей. А у Саши ты жесткий, конечно. В прошлый раз тебе молоко не понадобилось, да? Он не водка, она не водка! Я возьму ложечку. Да. Садись на камеру, показывай. Показывай, как ты. Что показывай? Давай, рот открывай. Рот открывай. Полностью рот. Я бы на твоем месте через губы не шёрпал, у меня сейчас губы просто адища. Я тут сидел. А это что у тебя? Сельдерей. Ну как? Ужасно. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. Я давно это хотел сказать. Но никогда не приходилось. Конечно, а вот теперь где-то. Ради Александра вы должны написать еще комментарий. Александр, живи. Репост этого видео. И мы снимаем продолжение из больницы. Ты как?